Профсоюз Казанского университета решил узнать, чем питаются студенты и устраивает ли их ценовая политика столовой Института физики. Опуская громкие сцены на камеру, ревизия в столовой проходила, как в одноименной телепередаче. Студенты разделились на 4 группы. Первая сверила массу продуктов, их состав, наличие блюд по ассортименту, указанному в меню. Вторая проинспектировала горячий цех и условия хранения продуктов. Третья оценила состояние столов, столовых приборов и помещения, организацию очереди. А четвертая провела опрос о качестве обслуживания. Начали мы именно со столовой, которая находится на физфаке, потому что она самая большая здесь. Большое количество студентов осуществляет свое питание. Мы выбрали определенный день, выбрали большой перерыв, чтобы с 13:20 до 14:00, чтобы охватить как можно больше людей, посмотреть, как именно студенты нашего университета обеспечены горячим питанием и как, соответственно, этот процесс организован. Сегодня вы могли видеть, что действительно все, что мы попросили, было предоставлено. Были предоставлены все блюда. Мы смогли все взвесить. То есть вот сейчас идет процесс обсуждения как раз вопросов, которые обнаружили и которые возникли у наших студентов. И вот в процессе, я думаю, это повлияет на то, что качество обслуживания будет улучшено. Подобные осмотры точек общественного питания проходят ежегодно. По результатам проверки профсоюза администрация заведения получит обратную связь от потребителя и устранит недочеты. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз.